делать. Вот, и тут вмешивается Рома и говорит: Марина не может вам сделать замечание. Я говорю: вот нас вызвали на лобно и сказали, какого черта ваша мамаша язык трепет, якобы ей Кристина сказала, что выиграет Милена. Я говорю: вы что, охренели, что ли? Я Кристину не видела, и она мне ничего не говорила. Она говорила массажистке, вот, якобы ей сказал Чекасов, и он: не было такого, не было, это вы все придумали, это вы все придумали, это вы накрутили, Кристина так не говорила. Я говорю: что значит не говорила? Когда она сказала, что мне сказал муж Черкасов, я сказала массажистке, что выиграет Милена, что там голосуй, не голосуй, наметили Милену для человека года в этот раз. Вот. И так все переплелось. Кристина не знала, что через неделю следом Татьяна Владимировна заляжет там на массаж. Вот. И разговор зашел за человек года. Я говорю: а что там дергаться? Все равно Марина не выиграет. И она говорит: да, была Кристина, сказала, что ставку на Милену сделай. Якобы ей Черкас сказал. Нет, нет, это ты сама придумала. Да, что, я буду говорить, биться. Я говорю: ну давайте звонить массажистке, что я сама не придумала. Что теперь звонить? Теперь вот нас там вдоль поперек про это самое промутузили. И я быстренько вывернулась. Я говорю: ну смотри, допустим, я это сказала, как ты говоришь, специально, что выиграет Милена. Даже если теперь Милену наметили, она не получит, потому что уже все знают этот разговор. Значит, я вольно-невольно шибла, съедистала Милену. Милена сто пудов теперь не будет, потому что тогда секрет не становится секретом. Значит, надо про каждого болтать. Да, я придумала, что этот. И дело дойдет за Марину. И Марина будет вот так вот. Короче говоря, попала мне от них. Попала. И собачка у меня из рук выпрыгнула, лапки чуть не куда-то там не поломала. Ой. В общем, мне попало. Ой, Рапунцель беременная вторым. Что там, голосуй, не голосуй. Рапунцель выиграет. Ребята, ну что мы будем ноздри раздувать? Ясное дело, что Рапунцель выиграет. Она мать двоих детей. Ей надо квартиру. Она тарабанила там 4 года. На 5-й год пошла. Она замуж вышла, двоих детей родила. Что там жопу рвать? Вот Рапунцель 30 квадратных метров получит. Другие денежки доплатят, у нее будет ее двухкомнатная или трехкомнатная квартира. Все, Рапунцель, Рапунцель, потому что она беременная, Рапунцель. Кто тебе сказал? Ну, мое мнение имеет право быть, как и Баров говорит. Никто мне не сказал. Я считаю, что Рапунцель достойная, достойная Рапунцель. Рапунцель старшая, достойная, достойная, достойная. Завтра я буду орать про Алену, и постепенно всех их сольют. И постепенно их сольют, потому что это должно быть как вот это, ДНК. Сейчас мы открываем конверт. И здесь тоже. Сейчас человек года. Поэтому сколько времени осталось, мне надо всю братву перечислить. Окромя одного человека.